общем, всем опять привет. Дошли мы до стежки до Убуша. А вход здесь платный, ну недорого, но вот начали получать впечатление. Вот оттуда мы идем снизу, вот мы идем туда. Вот такая вот стежка каменистая. Для тех, кто не понимает, что такое стежка, это тропинка, тропа. Здесь очень удобно ходить только днем. Ночью без фонарика прожектора здесь не пройти. Дальше по дороге будут скалы Довбуша. Здесь есть позначки. Лес обалденный. Есть грибы после дождя. Нашли сыроежку. Вот он еще один. Тоже сыроежка? Света нашла грибы. Давай я. Мы смотрим на них. Не рвем. Покажи. Не, почему? Давай сорвем. Давай сорвем, посмотрим. Вот он. Еще, слушай, грибы. Грибов полно здесь. Таких только. Ну пока таких. Кулек набирай. И мы уйдем от маршрута. Обалдеть. Уйдем от маршрута, если будем сидеть. Где ты говоришь? Вон. Под где под веточкой? Вот, вон. Ну, мы же мухоморы. А, вот то красное? Да, это мухоморы. Все, спускаемся на стежку. Ляпает. Грибочек. Давайте возьмем, понятно. Бери. Ну, слушай, красота, красота. Вот там еще есть один гриб. Попробуй, я не упаду я тут? Нет. Вот Света нашла еще, вот он, еще один гриб. Он точно такой же. Да. И вот рядом вот этот, который, он тоже в земле. Это не мухоморы. Нет, это не мухоморы. Это... Вот такой вот. И тот. Да не надо, тот пусть. Ну, короче, можно найти грибочек. Тебе оказаться здесь... цели. Тебе здесь уже нравится? У меня нравится. Спасибо. Держи. Аккуратно. Держи сначала гриб, а я сейчас спущусь. Да, ты такой же. Пошли. Ну, там был другой, да? И тут был серенький, этот розовый. Тихо. Слушай, ну какая красота. Жаль. Вообще. Да. Идем дальше по стежке до Убуша. Так, можем сюда зайти. Немножко, да, отклониться от маршрута. Девчина сказала Свете, треба. Вон, бачишь, что? Вот то что? Это мухомор желтый. Желтый. Треба нахилятися, брати палочку і дивитися, заглядувати в попу. Тихо. Казала вона, да? О, яка тут скеля. Пікніки можна устроювати. Не і знаю. Дощаю, і дощаю спрятатися. І дощ, і дождя, так. Да. І дрова є. Слушай, треба тут десь запечатлітися. Зараз запечатлімся. Вривай. GoPro стоп відео. Ми все далі підіймаємося. По стежке Довбуша. Вот такие здесь краевиды, такие корни. И что радует, вышло солнце. Там мы были внизу, мы там поднялись, оттуда идем далее. Зеленые, бело-зеленые квадратики указывают на маршрут. Непередаваемые ощущения. Почему непередаваемые? Ну не знаю, дышится хорошо. Так, что тут е? Обережно написано что-то.
Сюда, сюда. Сюда иди. Маршрут вот он. Тут такой камнепад. Мы немножко поднялись. Ну что ты? Лайк. Лайк. Дорога, да? Вверх, вверх. Вот такой вот пейзаж. Внизу. Мы пришли оттуда. Вот это Украина. Ивано-Франковская область. Город Яремча. Вот это Прикарпатье. Мы находимся в Карпатских горах, где очень свежий воздух, оздоравливающая атмосфера. Вот такие вот стежки Долбуша с препятствием. Здесь очень красиво. Надеемся, что хватит у нас места на камере, чтобы передать. В крайнем случае придется купить флешку. Ну что не сделаешь ради того, чтобы люди увидели, людям показать. Да. Там еще уже оттуда идет. Там вода, там речка, пруд. Все, идем дальше. Вот такие скалы. Скеля шмеля. Люди забираются на 8 метров в высоту. Здесь вот такая скеля. Вот такие скели. Ага. Можно полазить, можно посмотреть. Скользко. Сделаю больше ракурсов. Постараюсь показать. Вот так вот внизу. Вот такой лес. Сосны. Очень красиво. Короче, я спускаюсь. Вот такой еще пейзаж. Вот такие скалы. Можно укрыться от дождя. Очень классно. Идем дальше. Короче, друзья и подписчики, решили мы со Светой подняться на высшую точку Яремча, гору Маковицю. Вот приходится идти по вот такому вот маршруту. Вот. Маковицы так. Вот все. Сюда? Идем по стрелочкам. На дереве стрелочки, шмелочки. Давай мне лапу. Хорошо, когда есть другая лапа, да? Мохнатая. Мы, поднимаясь сюда, встретили женщина, она сказала полчаса. Зато говорит час. Пережить. О, на бревнышке посинел. Да какое бревнышко?
Ну садись, если давай, давай. Капец. Вот это вот какая-то нас писюха несет. Ну что, рассказывай, лавушка. Ты как? Света каже лайк. Не знаю, який лайк, но у мене вже труси мокрі. Ну, наслаждение какое. Да. Воздух, солнце. Короче, нам наслаждаться еще, наверное, метров несколько. Зато вот сейчас поднимемся, там уже запечатлю всю Яремичу. А вообще здесь очень классно. Солнце вышло, сегодня погода шепчет. Идем. Нам добраться домой нужно до темноты. Пожелайте нам удачи. Желаем вам удачи. И так, сил. Все, идем. Ну вот такие вот ступеньки, по которым надо пройти. Девушка сказала, надо пережить. Вот мы переживаем. Преодолеть. Ну, с Божьей помощью мы это преодолеем. Фух. Мусь, ты фух? Да. Или не фух? Что-то ты курить часто начала. Ты как себя почуваешь? Ну, у вас у женщин не такие, как у нас, трусы. У нас они более мокрые. Так, вот опять. Туда надо идти. Короче, петляет эта стежка. Как ты сказал? Про этого стежка. Про кого? Про Довбуша? Вот ему НХД было делать нехрен ходить. Но теперь тут последователи этого Довбуша, и мы в том числе. Щетрушки. Щетришечки. Еще чуть-чуть. Еще півгодиночки. А вот это просто жина. Только оно-то еще зелено. Чи малина, чи жина. Жина. И живик. Да, смотри. Вот она. Вот она и живи. Иди сюда. Смотри. Вот такая. Что небольшая. Большую уже все порвали. Короче, нам идти туда. Тут кінь ходив. Нас рано кінем. Света надо було. Ежевику. Кушай, кушай. На, і тебе я ще не буду. Держи. От, жінка підкармлює. Свого чоловіка. Лейкоцити, вітамин С. Ні. Не берись, це дуже смачно. Як смакує. Дуже смачно. Вот это все ежевика. Я даже не знала, как она растет. Ну вот так она теперь растет. Глянь, какая. Нелегкая эта работа. Не, кушай, кушай. На. Кушай, глянь, сколько ее. На здоровье. Мы вчера купили литру ожинового лекарства. Целую литру. Бахнули, да? А вон, смотри. Ну, дякую. Все, то тебе. Ось. Все. Ну, кушай, все, давай, все. Не.
Дякую, ви собі. Красота. Слушай, вона ще буде спіти, спіти. Це багато її. Ну так. Клас. Вот она. Яка гарнесенька. А какая сладкая. Заморилася? Обережно. Бо впадеш. Ну да. І ще пройдемо. Бачиш, там небо яке? Да. Завтра буде сонячно. Як краса. Вже в мене акумулятор сів. Ну, зато є що показати. Це все Карпатські гори. Карпати. Йдемо наверх. Йдемо далі. Пройдем, пройдем. Ребята, это неимоверно. Посмотрите, какая красота. Это Яремч, Ивано-Франковская область, внизу город, а вокруг горы. Вот такая красота. Но мы идем еще выше, мы не останавливаемся на достигнутом. А вот посмотри, какие тучи там черные, смотри. Если лупанет дождь, то мы крепко намокнем. Ну, ты же не забывай. Все, мы идем дальше. Легких путей не шукаем. Идем дальше. Вот туда. Ну, мы почти, мы на горе Маковыц. На самую гору мы не будем подниматься, на самый пик. Там стоит крест. Глядя на тот крест, глядя еще вот тот отрезок пути, ну, не сильно хочется. Мы сейчас здесь побудем на полоныне. Вот такая полонина, там пасутся овцы, пасутся козы, наверное. Е бар здесь. Е сыры, можно купить сыр. Вот там, где макушечка, вот туда мы уже не дойдем. Нет, вот на, до макушку, домика на макушку мы не пойдем. И обратно. На макушку здесь пока вниз. Но потом еще часа, наверное, 3 спускаться. 4 километра, что ли. А так вообще, если посмотреть, то вокруг вот такой пейзаж. Частично солнце, частично горы в дымке. Ну вот так. И люди живут, все там живут. Горы, полонини, де стрімкі потоки ріки, де смиречок є не розмай. А, розмай. Ось. Ну, це, мабуть, називається полонина. Очень красиво. Что-то Світлана тут увидела. А ну-ка, покажи, що тут нарисовано. Оце ж воно, ми прийшли до цього. Де ми прийшли? Вот она хатинка, вон она стоїть. Ну, пошли. Не знаю, що там нарисовано. Овечки, ось пасуться. А це що? Оце? Це шашлик. Це шашлик? Да, баранина. Ну. Бачиш, я розкрила слюні в кольця. Світа розкрила, розкриєш тут. Якщо сюди забратися, то тут вже нічого не захочеш. Ні баранину, нічого. Якщо тут ми зараз залишимося за бараниною, то у нас часу не буде спуститися. Якщо в горах застане нас темень, то ми взагалі залишимося тут. До завтра. Тільки ні палаток, нічого немає.
Добре, ми йдемо далі. Хтось мені тут казав, що легких шляхів не шукає. А не шукає легких шляхів у нас Світлана. Так ж? Все. Йдемо далі. Йдемо? Все, йдемо. Світик, смачного тобі. Дякую. Як ти себе почуваєш? Смачного кашу називається банаш. Сир? І бринзою. З бринзи, сир? І узвар. У мене є борщ, є ковбаска. Смачна? Ну, да, смачна. Тобі нравиться? Дуже, а краєвид це не? Краєвид, да. Краєвид, от, показую. Вот это краєвид. Ну, от. Наварима. Вот така кафешка. Там рябина така росте. Гуцульська, Гуцульщина. Це полонина. Помаши, пожелай. Лайк. Приїжджайте. Приїжджайте. Приїжджайте отдыхать раньше, так? Все. Гонят овечек. Идут с пастбища. Барашки, овечки. Короче, овечки это одетые козы. Возвращаемся. Мы спускаемся с горы Маковица. Здесь Дева Мария и два ангела есть. Вот такой вот здесь вот памятничек Дева Мария с ангелами. Можно посидеть, можно. К сожалению, я историю Девы Марии не знаю этого памятника, но мы идем дальше. Или англичанки. Ну, туристы. Приехали на английском. Да. К сожалению, понимаем только русский шпрех и украинскую. Ну. Так. Ну, в общем. Там ну, еще, наверное... ради, наверное, такого спуска легкого стоило так трудно подниматься. Когда мы поднимались, вся спина мокрая, жарко. Мы думали, силы что это теряются. Силы, ну откуда-то они берутся, когда спускаешься. Хотя вот, ну, хотя. Ради такого стоило и подняться. Ну, на Маковицу уже не знаю, подумаем еще. Да, если бы мы не поднялись на Маковицу, и то мы не до конца на нее поднялись. А Света хотела еще на Гавеллу подняться. Но мы решили, Маковица показала, что на Гаверлу подниматься, ну, если бы это было лет 10 назад, то можно бы было подняться на Гаверлу. Вот внизу я рыбачу. Ну, наверное, ради вот этого вот всего и стоит подняться, чтобы это все увидеть. Увидеть эту красоту. Вот так оно все. Первый раз мы увидели вот такую красоту, когда ехали в Закарпатье. Мы ехали в Мукачево, проезжали вот горы, проезжали вот такие села.
И мы видели эту красоту из окна вагона поезда. Сегодня мы повышаем иммунитет, лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин и все остальное. Кислородный запас. Сейчас доберемся домой. У нас есть еще лекарство ежевичное. Мы сегодня это натуральную ежевику собираем. Да. Ну. Тебе понравилось? Очень. Вот сюда? Ну вон смотрю, синий квадрат. Ну, синий туда. Квадрат. Да, направо. Вот сейчас вот люди пошли сюда вниз. Ну, значит, нам туда надо. Девочки туда пошли. Ну, тоже девочки, они английские девочки. Девочки. Может, у них там вот, пошли. Стан. Синий квадратик. Вот идем до синий квадратик. Ну и где синий квадратик? Ну вон они. Вот синий. Вниз, правильно? Я думаю, да. По синим квадратам идем вниз. Мы опускаемся. Там сейчас темно уже будет. Да. Но тоже будет спуск крутой. Встретимся внизу. А мы идем вот туда. По вот этой дорожке. Идем вниз по синим квадратам. Да, мы идем. Как в фильме Ширли Мырли. Витенька, иди на Чебурашку. Ики. Можно так идти, можно так. Вот все. Я вижу синий, вон они, пойдем. Вон там внизу синий, смотри, люди пошли. Вон, вон синий квадрат. Все. Ящерица ползет. Вот она ящерка, смотри. Вот это ящерица. Не знаю, куда она ползет. Она ушла. Так, мы идем дальше. Ну да. Света. Возвращаемся в другую дорогу. Света нашла, что спуск очень крутой. Большая нагрузка идет на ноги. Ну, не такой, как мы шли. Ящерица. Мы поняли, что там просто идет юго-восточная, а тут северо-западная часть. Там ха больше. Ну да. GoPro стоп видео. GoPro выключись. Стой, да, я выключу ее. Ну что, Свет? Все, почти уже спустились, еще чуть-чуть. Короче, были мы на Маковте. Маковыт. Спускаемся, тоже колоритный такой. Сельский район. Нет. Туда, я думаю, нет. Где дорога, к дороге спускаемся. Дорога ведет к дороге. Стоги такие. Как живут на Западной Украине. Мы сейчас туда и спустимся. Только по дороге. Где? У меня тут уже флаги, закидали мне флаги. Да? По-моему. Где? А чего ж нет? У нас сьогодні дуже активний відпочинок. Дуже активний. Були от Лиса гора, Лиса Маковка, це гора Маковиця. Сама висока гора Яремча. Ну так, да, сьогодні ще от я і питалася пройти, де мені не вийшло щось. Проходили мимо дому, там вдалеке стоїть зелений домик. Заходьте на форель. Заходим туда, а там у хозяина бассейн и плавает форель. Стоят удочки. Можно самому ловить эту форель, вылавливаешь, тебе ее готовят. В общем, классный отдых. Такие дела. Трішечки втомлені, але щасливі. Рюкзак у нас там, водичка, там, зарядное устройство. Что там, камера.
речка пруд. Опять вот такой подвесной мост. Да. Дуже красиво. Поки прямо. Нет, это коза. Ну, сдалека как олень. Ну да. Конечно, живет. Класс, пошли. Слава Иисусу Христу. Что? Ну мы до него, наверное, не дошли, до этого моста. Слава Богу. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Во веки слава. Аминь. Все, мы перешли через речку. Идем дальше.